Сегодня я провел первую тренировку, и я в хорошей форме нахожусь, потому что проходил подготовку и в прежнем клубе. Поэтому физически никаких проблем не было на тренировке. Игроки все в команде, главный тренер, персонал очень тепло меня поприветствовали. Я убедился, что мне здесь действительно очень комфортно, и я быстро привыкну и пройду адаптацию в команде. Действительно классные ребята все. А что касается города или лиги, конечно, нельзя сравнивать уровни славянского чемпионата и российского. В России очевидно всем, что уровень выше, и чемпионат интенсивнее и быстрее. Но в конце концов то, что Локомотив заметил меня и приобрел из славянской лиги, что-то тоже значит. Я считаю, что я и сам пойму, где оказался и что меня ждет, сам смогу пройти свою адаптацию. Это вызов для меня и интересное приключение.